мои хорошие, с вами Селена Свей, и, как всегда, какие-то интересные покупочки, образы. Сегодня просто невероятный образ, как вы видели, это супер-мега-юбка. К сожалению, я не совершенно подобрала под нее кофточку, но я знаю точно, что кофточка должна быть белой, у меня просто... Ах, с кофтами белыми напряженка, и пока закажешь, пока найдешь именно такую, какую нужно, то пройдет вечность. А так хочется уже покрасоваться и показать вам, и поделиться. На самом деле, о такой юбке я мечтала давно. Синий. Это просто один, который я покупала. И я скажу, что я нашла магазин, который на самом деле эти юбки такие недорогие. У меня один фатин вышел дороже, чем вот эта юбка. Вот эта юбка. Смотрите, а здесь 6 слоев вот таких. Здесь офигенский такой поясочек отдельный. Здесь офигенски прошито все. Смотрите, тут подкладочка. Просто вообще замечательная юбка. И просто объемчик. Видите? Мягко, на удивление. И вот такой вот поясочек, который можно тоже красиво как-то прикрепить. Еще мне кажется, что под этот образ просто офигенски подходят вот эти сережки. Это мне прислала Юлия Логвинова. Это сережки ручной работы. Просто нереально. Вы знаете, я еще на сайте смотрела, они такие, ну, симпатичные достаточно. Там все описано, с чего они сделаны. Там чешское стекло, чешский бисер. Там, я не знаю, я уже не запомню все, но я помню, что все не простые стекляшки какие-то, а все, видимо, качественно заказано, да? Но когда мне прислали это, вы посмотрите... Тут настолько ручная работа, настолько качественно сделана, что я уже не помню, чтобы я на самом деле бижутерию видела такого качества. Они при этом очень легенькие, но прошиты полностью. Ой, прошиты. Не прошиты, а сделанные. То есть нет никаких зазорчиков, ничего такого вот. Мне очень нравится, это просто красота нереальная. Цвета подобраны идеально, что вот эта бижутерия, она подойдет под все. Вот смотри, такой, казалось бы, нежный образ и безумно сочетается, да, вот с этим цветом белый и вот такой вот он персиково-розовый, нежный. Как раз-таки вообще жемчужные такие, я не знаю, как это так совпало. И, знаете, я заметила, что если человек занимается своим каким-то делом, то он от души это все, знаете, я вам говорила, да, что очень важно, как тебе присылают все, да, вот. Сразу какой-то статус появился, да, прям шикарный, красивый. Вот здесь каменья, бисер, тут вообще, ну, жемчуга, очень красиво. И вот в такой коробочке мне прислали, милая, смотрите, вообще, вот этот образ, оно все так идеальненько вообще смотрится. Ту-дам. Ладно, мы отвлеклись. Эти сережки я оставлю вам ссылку под видео. Там на самом деле очень много сережек. Но сразу скажу, что это не для всех. Это сережки для тех, вообще вот украшения, которые там не только сережки, там бижутерия вообще вот вся, да. И для тех, кто ценит. На самом деле ценит качество, ценит ручная работа, ценит стиль, дизайн и вот многие такие вещи. Потому что я уверена, что девушка, которая их делала, она много туда потратила сил, своих каких-то эмоций, времени и вложила туда душу. Это сразу видно. Я такие вещи вижу сразу. Шикарные сережки. Ссылочка под видео. Кому интересно, посмотрите. Я думаю, вы найдете что-то для себя интересное. Дальше поехали. Значит, вот такая юбочка, да? И юбочка с Плюша. Ксюша. Длина у нее по колено. Знаете, для чего? На самом деле, к 14 февраля, это же отличная фотосессия. Блин, я бы хотела сделать фотосессию, все классно. Представляете, я такая сижу в таком платьице, малышек мой у меня какой-то образ такой кукольный-кукольный, да? Супер-пупер. Подождите, у меня еще много-много впереди. Оставайтесь. И вот смотрите, новый образ и те же сережки, они опять сюда идеально подходят, даже к белому такому. Здесь немножечко другая юбочка. Знаете, здесь вот пришло отдельно, пришли вот такие вот, как бы повязочки, но обычные ленты ластиковые, да. Может быть, для фотосессии это нормально будет сделать как-то, но вообще они постоянно слетают. И я вам скажу, что мне больше нравится без ленточки. Мне больше нравится вот так. Какая-то более простота и воздушность вот в этом, более естественно. А ленточка, она придает уже какой-то... образ такой серьезный куколки образ. Здесь тоже у нас подклад, раз, два, каждая прошита вот так оборочкой, шикарно, два, три,
4 и подкладка. Причем, знаете что? Такое ощущение, что внизу жестче сделана подкладка, а сверху мягкая, потому что она прям реально мягкая, а жестче стоит. И оно прям вот стоит, как вы видите, да? Здесь длина идет чуть-чуть выше колена, я бы сказала, даже по колено. А та юбочка, она немножечко ниже. Я думаю, что вот эта белая подходит под черное и вообще под бирюзовое еще может подойти. Вообще классные юбки, и я вообще так довольна, что теперь они у меня есть. Вы представляете, какая фотосессия будет? Я просто вообще, я жду не дождусь, когда уже будет возможность выйти снова мне на фотосессию и оторваться там по полной. Все будет у меня вот так, такое воздушное, нежное. Подождите, подождите, еще я заказала на Алиэкспресс, еще я заказала белье. Значит, смотрите, вот такое белье. На самом деле, мне цвет кажется этот очень классно подходит блондинкам. Естественно, белье на себе мерить не буду, но оно офигенское. Вот к 14 февраля прям порадовать мужчину своего. Смотрите, во-первых, очень качественное, сразу прошу заметить. Все размер в размер, я прям брала себе, у меня все подошло, все классно. То есть вот мой размер на мой размер. Здесь идет попа прозрачная. Представляете, как это? И вот такой лиф. У меня размер 75B, и вот он ровно-ровно. Причем очень классно держит грудь. И грудь такая прям сразу. Я не знаю, ну я не покажу вам, но верьте мне на слово, правда, это так. И очень классный цвет, посмотрите, вот он блондинки вообще идеально, мне кажется. Ну то есть очень сексуально, я другого слова не подберу, потому что этот цвет реально, вот он не красный, такой кричащий, а такой бордовый, немного приглушенный, такой вот, что-то в нем есть такое очаровывающее в этом цвете. Поэтому блондинки, если вы еще не знали, попробуйте вот этот цвет, я думаю, ваш мужчина вас оценит. Можно сделать прекрасный вечер ему на 14 февраля. Цены просто офигенные на этом сайте, я тоже скину ссылку на него. Дальше, в интернете очень-очень много ходит, еще очень-очень много в интернете, в инстаграме я видела вот такое белье. Кстати, пришло все вот в таких пакетиках, они приятные на ощупь, они закрываются, и эти пакетики можно оставить для хранения, вот как раз что-нибудь такое, супер любимое белье там хранить, реально классные пакетики. Помните, вы наверняка видели все в интернете вот такое бельишко, да? Очень классненькое, оно реально очень крутое, классное, ну блин, я не угадала с размером. Это S-ка у меня, ну вообще я ношу S-ку, но видимо я чуть-чуть поправилась, и оно мне в объеме прям впритык, то есть, да, а оно должно быть, ну, не более-менее так свободновато. Вот, и поэтому я с этим бельем, наверное, что-нибудь придумаю. Может быть, будет конкурс. Может быть, будет конкурс на него. Но я положу его пока, я не знаю, потому что у меня уже много таких интересных вещей, которые, может быть, стоило бы разыграть, подарить кому-нибудь. В общем, посмотрим. Вот это лежит. Размер S-очка. Знаете. И никуда не уходите, ждите того момента, когда я буду все это разыгрывать. Еще я приобрела там очень интересную вещь, там было на фотке нарисовано, но я не поняла в итоге, как это одевается сверху одежды. Вот, например, вот здесь, да? Вот. Как-то одевается, блин, ну я не пойму. Вот она сделана вот так, да? И как-то оно одевается, то есть, и становится... Вот что-то должно быть вот так. Вот так вот, я не пойму. Что-то вот так, блин, надо найти. Ой, разобралась, как одеть. Разобралась, только не видно. Блин, не видно. Сейчас я светлое одену и покажу. Прикольно. Вот, она одевается вот так под грудь. И одевается вот так на шею. Вот. Вот так вот штучки расправляются. И здесь выпрямляются. Но это одевается на черненькую какую-нибудь, знаете? Но не на беленькую. В общем... Я запуталась в этой штуке, но она прикольная. Я вам, в общем, скину на нее ссылку. Там несколько было стилей, стайлингов, как это делать. И вы вот посмотрите. Вот если кто-то, блин, допетрит, я не знаю. Вот так грудь сразу кажется огромная, да? Какой-то эффект такой. Огромной груди. Блин, не пойму я, в общем, я что-то запуталась, что-то вот здесь не так. Ну, штука прикольная. Вот вы увидите картинки, там реально она выглядывает как будто из-под этой кофточки какой-то. И очень клево смотрится, знаете, так вообще стильно-стильно. И вот еще, наконец-таки, помните, я вам показывала как-то в покупочках, я дарила подружке. Я себе заказала вот такую штуку черную.
В общем, здесь клепочки. Идет к нему вот такая вот вешалка. Кстати, вешалка офигенская, ее можно, ну, она прорезиненная вот здесь, знаете, чтобы не падало ничего. Здесь вот так вот все крепится. У меня теперь вся бижутерия будет сложенная. Ура! Потому что у меня бижутерия вообще в разных местах, в каких-то баночках, скляночках, плюс висячие, которые, да, ремни лежат, в общем, неудобно. Я давно себе хотела вот такую штуку для хранения. В общем, здесь очень много этих штучек. Смотрите, раз, два, три, четыре. Мой дорог, мой зайка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В общем, 4 на 10. 40 штук, представьте, да? То есть реально все поместится. А сзади вот такие вот клепочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, семь, семь. Три ряда. Здесь можно реально, ну, вот что-нибудь вы положили, да, и застегнули. Это вообще очень удобно. И можно повесить. Я вообще это хочу повесить для красоты. На самом деле вообще... Ну, вот можно на стену. Да? Повесил, и висит оно. Классно. Я думаю, что это повесить возле зеркала прямо, где я крашусь, там подбираю всю бижутерию как раз-таки. Вообще идеально. У меня как раз вон гвоздик. Все. Теперь у меня все будет в порядке, все будет на виду. Это я люблю. Я когда все это организую и разложу всю свою бижутерию, я в одном из видео покажу, как я это сделала, как это смотрится, куда я там приспособила, применила все это дело. Но самое главное, что я заказала, сейчас я вам покажу, это вообще вы офигеете. Вот, смотрите, свечи. А вот, смотрите, пульт. Вот пульт, это вообще фишка, это вообще давно хотела такие свечи купить, может быть, я вам показывала в фикс-прайсе, но они не те, они короткие, они там глянцевые, ну, блин, вот это стоит на самом деле не так дорого, там, по-моему, я даже не буду говорить вообще в районе, ну, вот, да, там, сотен каких-то там, нескольких, вот так скажу, и, не, ну, как бы и с пультом, плюс они матовые, то есть они выглядят как настоящие свечи, вы видите, они не сверкают, они глянцевые, работают от трех маленьких пальчиков батареи, а те работали, ой, не пальчиков, а маленьких батареек, мизинчиковых, а те работали, по-моему, там 3 или 4 тоже штуки нужно, а может одна, не помню, но большая пальчиковая такая, и они по одной продаются, а здесь сразу 3 в комплексе. И вот смотрите, с пульта, допустим, я лежу такая и захотела себе антураж, это, знаете, вот 14 февраля, день, в отделе красное белье, вот это бордо, да, юбка, сережки, все одели, ну, в общем, суть, да, лежите такие и... Здесь, короче, супер-мега режимов, смотрите, вот видите, сколько, вот здесь вот, да, 4×3, посчитайте, здесь намного больше, потому что здесь, помимо того, что здесь можно делать однотонные их, они могут мигать, мягко угасать или так далее, ну, что, давайте я вам просто вот покажу, да, все, что тут... Могут быть два таких, один такой. Потом здесь, значит, вот эмоут какая-то. Это они, видите, мигают. Смотри, они разноцветные. Вообще у них какой-то эффект получается. И тоже разные цвета же можно. Даже? Я поняла, это эффект, что они горят. Блин, я пойду выключу свет. Выключила свет, да? Яркий-то горит, но все равно, во, это эффект, будто они горят, боже, вы представляете, что сейчас будет у вас на заднем фоне, боже, как ваши глаза будут радовать. Еще здесь есть таймер, таймер на 4 часа и на 8 часов. В общем, вот эти свечи тоже, они недорогие, я оставлю ссылочку внизу на все товары, я оставлю ссылочки внизу, сережки, юбки, белье, и вот эти супер-мега свечи вообще, это просто, это для вас, а все, что для вас, это вообще супер-мега круто, и все вообще для вас. Так что мне не нравится, как я выгляжу на камере, вот здесь, вот так вот, да, поэтому надо с вами прощаться. Ждите фотосессии, и если вы хотите... Вообще, мне кажется, те, кто любит фотографироваться, вот это должно быть. Я этим буду и весной, и летом фотографироваться, и на лошадях буду кататься, я с собой возьму юбку, пофоткаюсь там. И, я не знаю, и в лесу упаду где-нибудь, сфоткаюсь. И в, не в салоне, а в... Как его называют? Ну, как его называют? Блин, я уже знаю, какое видео я сниму. Блин, у меня мысли бегут вперед меня. Смотрите, вот так вот я сижу аккуратненько, такая, вот так вот у меня юбка развивается, такая красивая. Я вам что-нибудь ведаю, очень интересное из своей жизни. В общем, теперь у меня куча идей еще больше появилась. Кому понравилось, пишите, что вам понравилось. Проходите по ссылочкам, посмотрите вообще. Ну, реально недорого, вот зацените. Я считаю, что это на самом деле недорого. Все, и вот, ну, не то, что недорого, это дешево, я бы так сказала. Вот, и готовьтесь к 14 февраля,
Я желаю вам. Ой, сейчас обожгусь. Я еще реально чуть не подумала, что обожгусь. Пока не наступит 14 февраля, я буду желать вам его прекрасного и всего-всего. Я практически все делаю для 14 февраля. Ну, не все, будут, конечно, вещи не для 14 февраля, ну, а так все для 14 февраля. Вообще, короче, будьте красивыми, и чтобы у вас все было замечательно. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Кстати, вот в этих свечушках, в них, значит, по 3 маленькие батарейки, они в комплекте не идут. А в пульте есть такая штучка защитная, и там внутри батарейка уже есть. Мне почему-то кажется, что надолго это можно хватить. Это вообще не вставая с кровати, можно выключить. Вот это вообще супер.